Сегодня стало известно, ушел из жизни заслуженный врач России, доктор медицинских наук, главный детский невролог Новосибирской области Борис Глухов. Для коллег он навсегда остался учителем, наставником. Создание и развитие детской неврологии в регионе – заслуга Бориса Михайловича. Преподавал артистично. Он вообще был человек артистичный, эмоциональный. Поэтому он, когда рассказывал студентам, он все это изображал в лицах. Вот. А потом, когда он консультировал ребятишек, он с ребятишками буквально, то есть он разговаривал с ними одним языком. Он садился с ними на один уровень, на маленькую табуреточку, он мог сесть с ними на корточке, разговаривать, да, и усесться вообще на коврик рядом с ребенком и с ним, в общем, каким-то своим языком разговаривать. И дети, в общем, находили с ним, отвечали ему контактом. Основатель, бессменный куратор детского неврологического отделения Новосибирской областной больницы. Благодаря его энтузиазму создали реабилитационный центр для детей с патологией нервной системы синеглазка. Бориса Глухова называли исключительным диагностом. Человеком, который вырастил целую плеяду неравнодушных к своему делу врачей-неврологов.